что, ребятки, всем приветик. Решил проверить теорию, которую выдвинул один из подписчиков по поводу эхо в смартфоне BV8800, которая, кстати, появилась после обновления, так что я уже передаю производителю, что они что-то нахимичили в программном плане. Я хочу разобрать смартфон, точнее говоря, его часть, нижнюю, где микрофон, наверх микрофона, точнее, поверх микрофона проложить изоленту, как советовал один человечек на форуме, и типа эхо пропадет. Могу сказать одно. Вы перед собой видите, как я это делал, не забудьте прокладочку вернуть на место от динамика. Ну, а я заметил результат, о котором я вам сейчас расскажу заранее, поскольку, кстати, видите, вы это все в ускоренном виде. В результате эхо стало практически отсутствовать, то есть оно стало намного тише. Если делать потише, то оно пропадает полностью. Соответственно, косяк, в принципе, частично убирается, но производителю, я напоминаю, я еще раз передам, поскольку в первой прошивке у них этого не было. В следующем обновлении появилось, значит, это можно программно пофиксить, но если кому-то не терпится, как и я, можете разобрать. Вот эту вот прокладочку, которую сейчас переклеиваю, кстати, переклеивать не надо, она лежала приклеена верно, я перепутал, думал, что она поверх микрофона как раз. Так вот, а поверх микрофона можно на самом деле положить что-то пористое, и я думаю, если это будет не изолента, а какой-нибудь поле, что-то там вспененный, то, может быть, эхо пропадет и вообще. Но могу сказать одно, эффект налицо, ребенка стало лучше слышно, этот аппарат у меня у сына, поэтому, ну, в принципе, я считаю зачет, то есть метод, в принципе, рабочий. Просто берем квадратик, накрываем, чтобы микрофон меньше контачил с плюмбой, это, я не знаю, как сказать, с пластиковым корпусом динамика, и реальный эффект есть. Эхо становится намного тише. Ну и, надеюсь, производитель на это посмотрит, тоже внесет технические какие-нибудь изменения, ну и вернет версию звуковых настроек, которая была изначально в первой прошивочке. Всем спасибо, всем пока. Ну и скучненько досматриваем до конца этот видосик, если кому-то интересно. Можно еще больше ускорить, если вы хотите побыстрее. Ну и всем спасибо, всем покеда. Это Латуха, я надеюсь, вам было интересно.